Жизнь современного человека сегодня, безусловно, сложно представить без большой сервисной сети, которая активно развивается на просторах Берестейщины. Как в больших городах, так и в маленьких населенных пунктах существует хотя бы несколько точек, в которых оказывается целый спектр бытовых услуг, начиная от ремонта одежды и парикмахерских и заканчивая целыми комплексами по ремонту автомобилей. Не секрет, что все это пользуется популярностью, но современный клиент в каком-то смысле избалован и предъявляет высокие требования к качеству услуг и уровню их оказания. Поэтому главная задача сегодня – постоянно развиваться, идти в ногу со временем. Большая конкуренция на рынке, высокая оценка ежедневного труда сотрудников предприятий сферы бытового обслуживания. Бытовые услуги сегодня в отрасли развиваются динамично. Наша отрасль не стоит на одном месте. Спрос делает свое предложение, либо наоборот, предложение дает спрос. Областной семинар по бытовому обслуживанию населения прошел накануне в городе над Бугом. Организаторы образовательной встречи решили немного отойти от традиционных форм и провели своеобразный мастер-класс на одном из ведущих предприятий сферы бытового обслуживания в городе Бресте на базе открытого акционерного общества «Снежинка». Как известно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А увидеть здесь действительно есть что. Уже не первый год сотрудники предприятия оказывают брестчанам услуги прачечной и химчистки. Современное оборудование, за которым работают специалисты-профессионалы, помогает предоставлять большой перечень интересных предложений. Высокое качество и доступные цены – вот секрет успеха большого трудового коллектива. Гостям образовательного семинара продемонстрирована работа структуры, а также презентована новая уникальная машина, появившаяся в Снежинке в декабре прошлого года. Технологическая новинка позволяет производить чистку ковров из любого материала любого качества. Подобные автоматизированные комплексы сегодня существуют лишь в нескольких городах Беларуси. Дорогостоящее оборудование уже доказало свою актуальность. Машина загружена достаточно. Если норма выработки на нам 1500 квадратных метров, то машина может давать до 2500-3000 квадратных метров в месяц обрабатываться. Обработка, я считаю, что качественная. Образовательные семинары для Брещины не новинка, а хорошо отлаженная система обучения специалистов, позволяющая улучшить качество работы в разных сферах жизнедеятельности человека. На примерах больших, активно развивающихся предприятий руководители небольших структур черпают богатый опыт работы по оптимизации трудового процесса, что позволяет экономить средства, которые в перспективе могут пойти на улучшение условий труда, повышение заработной платы сотрудникам и закупку нового оборудования. Мы сегодня пытаемся найти те ниши, найти те услуги, оптимизировать, наверное, издержки, которые есть, излишние затраты, для того, чтобы с минимальной поддержкой со стороны государства работать рентабельно и оказывать все те необходимые услуги как в городе, так и в сельской местности нашему населению. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Буг ТВ».